Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, награды мы свои забрали. Откройте колоду. Ну поехали, откроем колоду бесплатно, само собой. Кто нам там выпадет? Ага, Зэк. Зэк выпал. Так, я что-то не понял, мы же вроде забирали. Две награды, что ли, получается у нас, да, было? Так, быстренько пройдем серию испытаний. Тем более мы начинаем новый круг. Так, возьму, наверное, Макмана. Возьму Армагона. Кожеголового, Лео. И пускай это будет Крэнк. Попробуем сейчас не тратить суперудары. Ну, по крайней мере, не у всех. Так, ну с Маузером, я думаю, тут справиться будет проще Полиной Репы. Единственное, что меня раздражает, их инициатива. Конечно, она зашкаливает просто. Ага, так, минус один. Давай бомбанем, наверное, вот так вот. Второго в минус. Молодец, молодец Макман. Просто взял ему топотуна, врубил. А вот здесь, наверное, придется все-таки какую-то массовую атаку сделать. Ну давай, Армагон. Он, конечно, не завалит Бибопчика вместе с этим, с Рокстеди, но мы их так добьем. Ну как, Крэнк, пробьешь? Да ладно, не получилось, а ты? Замечательно. Ну, то есть одну суператаку мы потратили, получается. На остальных все сохранили. Это уже для следующих поединков. Задание, так, выполнено. Теперь пойдем-ка мы сразимся в режиме кампании в поединках. И будем, как всегда, искать на кроликов. Так, нам нужно найти три комикса всего лишь. Всего лишь три комикса. Один, второй и третий. Так, с комиксами все. И, друзья мои, прокачка. А, мутагена-то не хватает. Мутагена не хватает. Кстати, здесь... Или вот это будем прокачивать. Подожди, не, лучше, конечно... Лучше массовые атаки. Значит, что это у нас такое? Четыре палочки, что ли, я так понимаю? Палочки для еды, точно. Так, вторая. Йо-йо. Я что-то не помню, я не видел, чтобы где-то йо-йо у нас требовалось. Давай мы, наверное, сделаем так. Прокачаем здесь до второй ступени. Ну и надо будет 12500 накопить, чтобы прокачать ему на шестой уровень скилл. А, я еще не все сделал. Так, секунду. Давай глянем, что нам нужно дальше. Так, 4, блин, 4 наушника вот этих вот. Найти. Одни нашли. Так, давай попробуем... Ну что ты, что ты, что ты? Не хочет. Ты посмотри, а. Это только вторые. Третий, ну давай, последний. Последний, давай. Найди мне последний. Четвертый наушники, говорю, давай, вот. Все, ребята, с наушниками вроде бы покончено. Надо будет еще найти 8 пультов от телевизора, но это уже потом. Когда-нибудь в другой раз. В следующей серии, например. Так, поднять уровень персонажа, но это опять же позже. Так, в магазине. В магазине, а что мне в магазине? Нафиг мне сюда не нужно идти. Так, тут пицца, ну что, ребята, по испыталочке сыр, ну давай потратим, так уж и быть. Быстренько. Ё-моё, не то делаю. Быстренько сплавим сыр. Так, комикс варвар. Осколки ненужные мне пока. Так, 4 доллара тоже пока не нужно. Вот, 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 вот это я понимаю, ребята. Эксперт снаряжения. Так, теперь попробуем выудить. Ай, хотел сказать, есть. Они похожи. Жетоны и вот эта вот штука, они похожи. Есть. Снаряжение негодяя. Замечательно, друзья. Просто великолепно. Ну и здесь тогда уже добьем наши очки. Все. Сыра больше нету. Ну, а теперь со спокойной душой я отправляюсь на турнирную арену. Как ты видишь, меня сбросили до Лиги Сёгунов 2 звезды. Но ранг не особо сильно... Точнее, ранг понизили, но не очень сильно нас скинули. В плане того, что сейчас вот всего лишь один поединочек я сделаю.
Я больше уверен, что он будет у нас победным. Давай, наверное, я возьму Ванюшу. Интересно, Ванька со своим гранатометом сможет их всех сразу положить? Но я знаю, что Пит упадет 100%. Майки должен упасть, Крис. А вот насчет Рокула и Микеланджело, точнее, Роксиди, не уверен. Ну, проверим сейчас. Нет. Все он сделал по красоте. То есть всех. Всех он ушатал, и мне это нравится. Так, ну что, мы возвращаемся обратно в Лигу Сёгунов. Так, поехали. Завтра, ребят, наверное, буст у меня не получится, потому что я пойду на прием с утречка. Ну, как с утречка? Где-то... С утречка, что я ляпнул? Где-то к обедне, к часам к двум, к трем. И неизвестно, сколько я просижу там в этой больнице, в этой очереди. Поэтому, наверное, даже можем пропустить буст. Ну, как бы именно на откате. В понедельник в любом случае будет игра. В любом случае, даже если меня выпишут, у меня еще будет впереди два выходных. То есть мы отыграем. Ну, как ты понимаешь, мне бы хотелось, конечно, здесь занять топовое место, что, судя по всему, не получится. Вот. Если мы даже сейчас с тобой дойдем, например, до Лиги Мастеров, да, одна звезда, то нам нужно еще как-то умудриться за короткий промежуток времени попасть в Лигу Мастеров 3 звезды, что, по моему мнению, нереально. Но если только с утра... На моих часах просто сейчас 10 часов вечера, ребят. Вот представляешь, да? Сейчас мы отыграем 8 часов откат. То есть где-то в часа 2 у них будет откат. В 2 часа мне надо будет уходить, и там уже будет, извини меня... точнее, там уже не будет времени у меня отыграться. Потому что я буду в больнице находиться. Как-то вот такая вот беда получается. Но, тем не менее, я не теряю надежду. Может быть, все-таки хотя бы Лига Мастеров 2 звезды будет нами сегодня покорена. И, дай бог, нас не скинут оттуда, чтобы хоть получить 60 тех самых осколков. Или сколько там, 50, по-моему, дается, да? Ну, неважно. Чем больше мы получим с тобой платиновых осколков, тем лучше для нас. Тем быстрее у нас следующий персонаж прокачается. Потому что те месяца последние, ну, были совсем, ребят, печальными. Мы как-то... Говорю, вот эти вот больничные, они просто, ребята, выбивают из колеи. Вот серьезно. Просто выбивают из колеи. Все идет наперекосяк. Во-первых, теряешь по деньгам, потому что... ну, больничные не так оплачиваются, как рабочие смены. Намного меньше, по крайней мере, у нас. Вот. И во-вторых, какой-то, я не знаю, выбивает тебя из привычного режима, вот, графика. То есть, ночами, когда ты должен спать, ты занимаешься какой-то ерундой, ну и так далее. Все, весь ритм сбивается, понимаешь? Вот. А с другой стороны, ребят, полярная ночь, чувство такое, как будто вот, ей-богу, зомби. Вот как зомби. Просто ты спишь, ты ложишься в темноту и встаешь в темноту, потому что у нас солнце, его нету. Оно у нас не встает, ребята. У нас есть что-то наподобие белого дня, скажем так, ну, немножко светлее, чем ночью. Такой, знаешь, как вот... Очень-очень пасмурная погода. Вот что-то типа того. И длится это буквально, ну сколько там? Часа три. Часа три. Световой день у нас часа три. И все. И вот ты представь, как это очень фигово влияет вообще на сам организм, который не видит белого солнца. То есть отвратительно. А самое отвратительное, что сейчас, по-моему, у меня кто-то погибнет. Трындец. Донателло, да. Не смог. Зря я его, конечно, одного сюда взял. Видишь, он меня подвел. Он меня просто-напросто подвел. Но опять же, это не его вина. Морозильную кошку. О, они под защитой. Все. Сейчас делают ускорение. По-моему, здесь ребята нас разбомбят. Но даже если я защиту поставлю, она, по-моему, здесь никого не спасет. Понижение меткости сделали. Блокировка способностей. И добили морозилку мою. Я немножко в шоке, друзья. Что мы здесь
получаем. Донателло, интересно, сможет с ними здесь разобраться? Один. Хотя бы. Я офигею, 68 уровень просто меня расписал. Тэ. Донаты получи, достал ты уже просто. Да, Доня, вот так вот мы с тобой попали. Заговорился, как всегда, что-то не обдумал хорошо поступок свой. И вот тебе итог. Ну, мне кажется, они меня задолбаются здесь разбирать, если честно. Нам просто надо будет накопить массовую атаку. Сейчас кто-то упадет. А у меня что, защита это пассивка, что ли? Я не могу понять. Она никуда не исчезает. Вот, исчезла. Смотри, как только пассивка убралась, ребят, сразу же начинает меня тут понемножечку колбасить. Но вот что у Донателло есть отхил во время боя, это, конечно, круто. То есть он дерется, немножко восстанавливает себе здоровье. Ну-ка, проверим. Но он не всегда срабатывает, как мы видим. Ну, срабатывает сопротивляемость. Давай добивать. Очень отвратительно, друзья, сыграл. Считай, целую битву просто в топку выкинул. Да куда мы тут переберемся? На одну позицию? Да. Ну, бывает такое, друзья, просто бывает. Я, конечно, понимаю, что Донателло слабый, но надо же было мне догадаться, что он вряд ли справится с 66-ми уровнями, тем более в соло. Тут чисто моя вина. Поспешил. Переоценил даже, так скажем, этого Донателло, и поэтому эффект вы сами видели. Ну, а вот здесь уже, наоборот, должно быть все нормально, потому что Макман довольно неплох. Плюс у него есть помощь. Пита мы, наверное... Давай, наверное, Пита уничтожим. Хотя, надо было, наверное, брать... Давай-ка я его вот так вот сделаю. Если что, заблокируем, если не подобьем. Блин, не заблокировали. А если так? Угу, ну, хотя бы так, друзья. Уже неплохо. Минус Донни. И минус Донни. Но все равно было, ребят, не очень приятно, потому что он выслал дрона, который отнял у нас четверть хп у многих наших бойцов. Неприятно, конечно, картина. Нет, давайте мне 16-22. Что вы опять вот начинаете мне вот этой вот фигней своей травить? Давай-давай, по-хорошему. 16-22, вот. Я возьму здесь Леонардо. Уж Лео-то, наверное, справится, я думаю. Один. Вот с этими хламонами. Ну, а если не справится, то полетят наши клочки по закоулочкам. Карайка должна точно упасть. Слушай, неплохо. Так, пробьем еще кого-нибудь. О, упал Лео. То есть хила они автоматически лишились. Плюс сейчас мы роняем еще одного. Блин, нет. Не уронили. А вот нас... Тихо, ребятушки, тихо, не падаем. Есть. Фу. Да. Майки выстрел. Каким-то чудом. Я думал, сейчас все упадет. Нет, ребят, выстоял он. Опять 16-21. Ну что ты будешь делать, а? Постоянно вот это выклянчивание. Ну что, Зэк плюс Железноголовый возьмем. Зэк плюс Железноголовый. Опять же, ребят, делаю акцент на то, что Зэк своей бомбочкой сделает супер замедление. Но тут Карайка опять же. Ну Зэк должен быть, да, Зэк ходит первым. О, черт подери. Нет. Да ядрен, Матрен, ну... ну да, правильно. Лео, у Лео инициатива тут лучше получается. Ну что, хиляемся. Я не знаю, поможет ли мне это.
Я жду, когда Железноголовый, блин, сделает свою ракету. Он последний, что ли, будет ходить у меня сегодня? Ну да, он, блин, ходит, ребят, последним. Так, вырубим этого, наверное. И вот этого. Фу, блин, да что ж такое-то? Прям, ребят, на волоске. На волоске был. Что-то как-то ходим мы по тонкому льду. Сегодня какая-то игра у нас тонколедная получается. Ну, возьму майки. Возьму майки и возьму усаги. Майки и усаги, да? Фига у него там команда. Одни кабаны, ё-моё. Кабаны, да, слыши, блин. Ну, давай я попробую через уворот. Поставим в начале уклонения. Теперь, естественно, ребята, естественно, нас усаги делает суператаку на Масуху. Постепенный урон, к сожалению, не повесил, но я думаю, что... Давай так сделаем. Может быть, понизим атаку, если что. Ага. В принципе, понижение атаки, ребята, это очень хорошо. Упал. И давай щитом ему. Да ладно. Зато мы его оглушили. Щитом мы его оглушили, соответственно, он бы целый ход пропускал бы. То есть мы в любом случае его смогли бы подбить. Да что ты будешь делать-то, ну? Не могу перейти в Лигу Мастеров, прикинь, просто не могу перейти, перебраться в эту Лигу Мастеров несчастную. Ну, слышь, слабак. Слышь, ребят, слабак, мы уже это проверяли неоднократно. Но опять же, вот опять же, ребята, иду на риск. На офигенный риск. Почему? Потому что, во-первых, у меня противники 60 какого-то уровня, 65-го. А мои бойцы 56-го. Это не в 10 раз мы сильнее, а в 10 раз они нас сильнее. Что очень может... Фью. Могло бы очень плохо кончиться, если бы Шреддер не повесил постепенный урон на этих хламонов. Неужели? Ну что, ребята, я нас поздравляю. Хотя бы Лига Мастеров, одна звезда уже взята. Но это же не предел, я надеюсь, для нас. Придется применять откаты. Так, берем Армагона. Раз, два, три, четыре. Ну что же, давай, Армагон, показывай свою мощь нашим противникам, потому что у тебя все должно хорошо получаться, ты очень сильный. Да, и он вырубает всех с одной плюшки, плюс при этом он на себя еще стакает дополнительную броню. Что приятно удивляет и радует. Так, по 10 ступенек пролетаем. Да, ребят, скорее всего, не получится сегодня перейти в Лигу Мастеров 2 звезды, к сожалению. Потому что по 10 ступенек, если мы будем пролетать, у меня элементарно не хватит бойцов для этих дел. Потому что тут от силы остается, ну, 4, максимум 5 поединков. Все. Это сколько получается? 40-50 ступенек. А у нас только 80. То есть нам 8 поединков нужно отыграть. Упс, тихо. Так, тихо, парень. Валяться, я сказал. Ну вот, как-то так. Рафаэля этого тоже как-то надо будет, ребят, как когда-нибудь качнуть. Не знаю, когда мы его сможем прокачать, когда мы до него доберемся, в конце концов. А что, нас не дадут, например, 17-23? Я не заслуживаю, да? Вот, есть такое дело. А уровень уже 73-й. Вот это, ребята, уже, как говорится, опасность. В этом большущая и огромная опасность. Потому что и Армагон, так сказать, не добьет их всех. Потому что, ну, для него сложновато будет. Ну давай, слышь, тут тебе добить, я думаю, справишься. Нормально. Да, для добивки, конечно, он хорош. Но вот если брать чистый урон, если с нуля бомбить, он бы их не ушатал бы. Поэтому слыша можно, ну, отложить в сторонку. Из очень, как говорится, выборы массовых бойцов он не подходит. Ну просто, ребята, не подходит. На добивку, да, где-то там для поддержания штанов, баланса еще да. Но чтобы как основного брать бойца, я бы не рекомендовал. Я думал, что после сотого уровня что-то изменится в плане того, что он будет мощнее. Нет. Практически ничего не изменилось. Он как был такой вот слабоватым бойцом,
Таким, в принципе, он и остался. Я именно, ребята, беру массовую атаку. У него есть очень один хороший удар. Это прыжок. Когда он крутится и прыгает на противника. Да, это мощная атака. Но она одиночная. Вот, в принципе, ради этой атаки брать... Ну, у меня есть, извини меня, много других бойцов, которые могут спокойно его заменить. Также, имея одну массовую атаку, сильную. Тот же самый Крис Брэдфорд, проникающий удар ногой. У него очень мощная атака. Вот. И он, к тому же, всего лишь 80 уровня. В отличие от Слэша, который имеет 100 левел. То есть, ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть он как бы, ну, не дотягивает до того уровня, как, например, Усаги, Супер Шреддер. Не дотягивает он этот, эту планочку лучших бойцов он не берет. Так, ну что, давай бомбанем. Пока я ничего не могу, ребят, сказать про кроликов, про маузеров, потому что они у меня не прокачанные. Ну, ё-моё, ну давай. Надеюсь, быстро прогрузишься. А то бывает, ребят, что... Ага. А то бывает, что приходится даже перезаходить в игру. Ну да, по 10 ступенек берем. По-моему, сейчас у нас, насколько я понял, последний бой остался, да? Ну, не последний, но около того. Так, возьмем Крэнга, возьмем Лео. Раз, два, три. Раз, два, три. Слушай, ну еще два поединка. Еще два поединка. Может быть, успеем взять, перейти на лигу мастеров 2 звезды. А все зависит от того, сколько нам дадут кубков. Если по 10, то не хватит, потому что нам нужно 3 поединка отыграть. Ну, Крэнк хорош. Крэнк хорош, ребят, на самом деле. 75 уровень практически ушатывает. Там ему чуть-чуть не хватает добить. Но если на него, предположим, повесить баф на силу атаки, то, конечно, бы он бы всех вырубал бы с одной плюхи. Но у нас такого, к сожалению, бойца нет, который мог бы сразу же повесить усиление атаки. Так, раз, два, три. Ну да, получается, еще один поединок у нас там будет. Два поединка, как я и говорил. Ну что, поехали. Вот Супер Шреддер тоже, ребята, молодец, красавчик. Тоже практически всех выносит, не хватает совсем маленечко. Но в отличие от Крэнга, Супер Шреддер все-таки вешает постепенный урон. Наверное, не хватит. Мы 15 ступенек вряд ли возьмем. Ну да, да, ребят, не получится у нас перейти. Хотелось бы, но видишь, ну никак. Ну не выходит. Так, Крэнг, давай, иди сюда. Раз, два. Тут любого можно взять, в принципе, уже без разницы. 21 ступенька, то есть получается, ну, даже если мы 10 возьмем, это будет где-то 11 ступенька. То есть мы возьмем завтра, если только, в лучшем случае. Либо я с утра встану перед, хотел сказать, работой, перед больницей и попробовать затащить еще немножечко. Тогда да. Тогда, скорее всего, у нас будет Лига Мастеров 2 звезды. Ну, а 3 звезды, конечно, ребят, нам не получить. Либо тратить откаты. Но я не хочу откаты тратить сейчас, в данный момент. Не вижу в этом смысла, друзья. Так, поднять уровень персонажа. Ну что, накопили? Накопили мы на прокачку нашего маузера. Так, ребят, ну что, 6-й уровень, 6-я ступень из 7. Отлично. Так, и поднять, да, и поднять самому еще левел. 72 уровень у нас имеют наши маузеры. Ну что, я забираю здесь награды. 31 откат. Я, наверное, сейчас пойду в магазин, ребята, и попробую за рекламу посмотреть 10 откатов. Это уже для следующей серии, чтобы, если нам не хватило, чтобы мы играли через откаты. Ну а на этом я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.